Будущий юрист Марина Краснощукова увлекается волонтерством, но этого девушке недостаточно, решила вступить в молодежное крыло ОНФ. Доказывать свою состоятельность пришлось во время социально-ролевой игры, которая прошла в Поволжском колледже. Группа студентов предложила запустить проект «Приемная внучка». Молодые люди будут приходить в гости к пенсионерам, общаться и помогать по хозяйству. У меня дедушка, он вот такой, он очень любит внимание, он всегда на меня обижался раньше, то, что я к нему мало приезжала, а сейчас, когда до меня достучались, я поняла то, что это неправильно, и поняла то, что очень много таких вот, как я была. Молодежка ОНФ в Самаре работает уже третий год. За это время реализовано более сотни проектов и акций, как регионального, так и всероссийского масштабов, начиная от ремонта детских площадок, заканчивая проведением спортивных соревнований. Помогаем молодым ребятам, подросткам раскрыть свой потенциал и быть полезными для общества. Основной девиз молодежки ОНФ – не жди перемен, твори перемены. То есть мы меняем все вокруг себя и начинаем с самого малого. Презентация молодежного сектора ОНФ прошла уже во многих самарских вузах и СУЗах. Работа будет продолжаться и дальше, чтобы объединить в своем движении активных студентов. Везде есть живой отклик. Знаете, когда сейчас молодые люди опускают голову, ты понимаешь, что он опустил ее в телефон, значит, надо что-то менять в контексте. И вот когда ты добиваешься, что голова не опускается, а в глазах начинают появляться искорки, люди проникаются, вот тогда ты понимаешь, что зашло. Зашло то, чем мы занимаемся и к чему хотим приобщить. Молодежка ОНФ в канун Всероссийского дня студента поздравила учащихся Поволжского колледжа с праздником, раздала открытки Татьянке и сувениры, пригласила активно вступать в свои ряды, чтобы вместе реализовывать полезные социальные проекты в Самаре. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, «События».